Автомобилисты, запасайтесь терпением. Уже завтра будет перекрыта из-за ремонтных работ часть улицы Гоголя. По предварительным данным, работы займут месяц. Что собираются изменить в районе кондитерской фабрики, узнавала Ирина Выбищевич. Работы на улице Гоголя от путепровода до космонавтов уже идут. Карагандинцы обратили внимание на то, что убрали бордюры и выкорчевали деревья вдоль дороги. Власти города в этом году решили радикально изменить облик улицы, а заодно ликвидировать вечную проблему с пробками на этом участке. На данный момент произвели демонтаж бортовых камней старого. Демонтировали, потому что он уже ни в каком состоянии. Потом техтротуар, выкорчевка деревьев, так как вообще улица Гоголя на уширение идет, если вы знаете. Об изменениях, которые ожидают в ходе ремонта улицу, рассказал мастер субподрядной организации ТО «УЛАР-МК», которого мы застали на месте работ. Так, по проекту улица Гоголя расширится от 4 до 6 полос. На 2,5 метра ее расширят в одну сторону и настолько же в другую. Для этого уже почти все готово. Остается загвоздка с компенсатором. Необходимо перенести опоры конструкции конфеты Караганды. Расширится проезд и в районе 2 железнодорожных переездов. С рельсами сейчас ведется работа, то есть мы сейчас встречались с проектировщиками. С ними ничего не будет, никак так же будет. Мы срезаем старый асфальт, на том же уровне будет лежать асфальт новый. А там что-то говорили, резина какая-то будет? Да, резина специальная. Гоголевский путепровод расширять некуда, поэтому его только капитально отремонтируют. На мосту только планируем демонтаж, бордюр и новый поставим гранитный. Ага. И техтротуар. А покрытие? Покрытие шма. 2 слоя асфальта, 3 слоя выравнивающий положим. 6 сантиметров нижний слой, крупнозернистый асфальт, и сверху шма. А то он же какими-то вот этими волнами пошел. Да, это колея, мы сейчас будем устранять. С завтрашнего дня ставим 2 фрезы, то есть машину, которая по уборке асфальта старого. После ремонта своих привычных мест лишатся остановочные павильоны. Их перенесут на несколько метров ближе ко входу кондитерской. Пешеходные дорожки тоже станут более цивилизованными. Их будут мастить брусчаткой. По задумке проектировщиков, такое расширение проезжей части значительно повысит пропускную способность. Все пробки, по их сведениям, возникали на пересечении улиц Космонавтов и Гоголя. Уже завтра дорогу от улицы Космонавтов до Складской перекроют. При этом сама улица Складская перекрываться не будет. Закроют также и Гоголевский путепровод. Работы рассчитаны на месяц, и это при том, что погода не станет препятствовать ремонту. Скажите, а владельцы административных зданий какие-то претензии к вам не начнут предъявлять за то, что целый месяц будет дорога перекрыта? Ну, как проект был давно уже утвержден. Перед тем, как начать работу, мы обошли все здания, бегунок, то, что всеми подписан нами, то, что уже предупреждены. Ну, если мы затеяли такую работу, надо чем-то жертвовать, хотя бы на месяц. Просим понимания, конечно, у всех, извинения. Ирина Выбищевич, Данил Тарасов, Владимир Иванюк, 5 канал.